Добро пожаловать в Церковь Новое Начало. Мы очень рады, что ты присоединился к нам и вместе с нами будешь славить Бога и слушать это слово. Мы будем рады служить тебе. Поэтому, если у тебя есть какие-либо нужды, есть какие-то просьбы, ты нуждаешься в консультации, просто пиши нам. Здесь, прямо на этом видео, ты увидишь имейл, на который ты можешь написать. Также присоединяйся к нам в социальных сетях. Пиши нам на Facebook, ВКонтакте. Подписывайся на наше видео в YouTube. Мы будем рады служить тебе. Оставайся с нами до конца этой проповеди, и пусть Бог благословит тебя. Я верю, что Дух Святой наполнит тебя в это время, и что-то невероятное произойдет в твоей жизни. Тобою любовь влечет услышать.
Мир тебе, дорогой друг. Поздравляю тебя с прошедшим Рождеством и Новым годом. Я знаю, что каждый из вас отходит от праздников, которые были. Это на новогодние праздники, рождественские праздники. Еще раз поздравляем, желаем всего самого наилучшего. Мне приятно то, что вы присоединились и в эту неделю, и смотрите это служение вместе. Это служение направлено не то, что мы хотим что-то рассказать вам, но мы хотим вместе поклониться Господу, помолиться, изучать Слово Господне и расти вместе. Я знаю, что много нас людей смотрит с Украины, с России, с других стран, в бывшем Советском Союзе, на территории постсоветского пространства, ну и в других странах, в Америке, Канаде. Очень приятно то, что со всех стран, со всех концов мы можем вместе, в простоте, вот так, в таком формате изучать Слово Господне и расти в нем. Сегодня у меня есть важная тема, которую я хочу поделиться вместе с тобой. Та, которая у меня на душе. Когда я молился, говорил: Господи, что важно в начале этого года? С чего нужно начинать этот год? Что нужно сделать, чтобы этот год был благословенным, успешным? И в этом году мы увидели только хороший результат. И Господь мне показал несколько вещей, которые я хочу сегодня вместе с тобой поделиться. Я верю в то, что если ты и я вместе с тобой вот последуем тому примеру, которым я буду сейчас проповедовать, я верю, что этот год для тебя будет годом благословения. Готов ли ты к 2015 году, году благословения в твоей жизни? Если да, открывай свое сердце, открывай Писание, давай вместе изучать Слово Господне. И я верю в то, что Господь проговорит к тебе через это. И опять же хочу сказать, это очень важная проповедь, которую я хочу сегодня проповедовать. It is a very, very serious sermon that I want to preach today. Некоторые из вас говорят: пастор, ты так каждое воскресенье говоришь. But some of you may say, pastor, you say that every time. Я не знаю почему, но в действительности я чувствую, что это очень важная проповедь, которую я сегодня буду говорить. For some reason, this is the very, very powerful sermon that I want to preach today. Я ее назвал «Старт после финиша». And I named it «Start after finish». Когда мы подходим к концу чего-то, мы как бы начинаем новый этап дальше. When we come to the end of something, there's always a new beginning right after that. То есть начинается что-то новое. Something else starts. Если мы подходим к этому и пересекаем эту линию. If we come to the finish line and we cross it. И я заметил, что в жизни многих людей они никак не могут дойти до финишной какой-то линии в своей жизни. And some people in life, they cannot reach to the finish line. Они как бы бегут, иногда они бегут, даже на месте бегут. Sometimes they're running, they're just running in the same spot. И никак не могут подойти к какой-то финишной линии. And they cannot get to the finish line. Некоторые, которые догоняют, добегают до этой финишной линии, переступают, они чувствуют, что-то новое началось. And some people that come and they cross that line and they feel like something new has started. И то, что новое началось, они прям видят, что-то произошло, где-то какой-то новый этап жизни. And once they've crossed that line, they start to see all these new things that are happening in their life. Несколько людей в Библии. Few people in the Bible. Первый Моисей. The first one is Moses. Моисей где-то внутри чувствовал: Бог, ты меня призвал освободить этих всех рабов, я что же один из них. Somewhere inside, God has called him to free his people, and that's what he was thinking about. Он чувствовал призвание. He felt the calling. Он знал об этом, что Бог его призвал. He knew that it was a calling. Но в его жизни никак не мог начаться этот новый период, когда он начнет выводить их из Египта. But he couldn't find when he was going to start to take the people out of Israel. Где-то глубоко внутри он знал: я сейчас убью, они поверят, тогда пойдут за мною. Вот начнется мое призвание. Somewhere deep inside he had that calling. He was just waiting for it. Убил, они не поверили, не пошли. He killed, they didn't believe, they didn't go. Он: Боже, я ж чувствую внутри меня. But God, I'm feeling it inside me. А Бог говорит: подожди, ты еще не подошел к финишной. But God says, wait, you have not came to the finish line yet. Тебе, ты подойдешь к ней. You will come to it. И ты переступишь через нее. And you will cross it. И тогда начнется этот период в твоей жизни. And then a new episode will start in your life. И потом он уходит в пустыню, и в Исход мы читаем об этом. And then he goes into the desert. Третья глава с первого стиха. Написано: Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадианского.
Однажды повел он стадо свое далеко в пустыню и пришел к горе Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня и среди тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Moses saw a burning bush. Интересная здесь вещь, это то, что Моисей все время ходил пас этих овец. He's walking around in the desert being a shepherd. Каждый день одно и то же, каждый день одно и то же. Every day, same thing, every day, and same routine. И потом что-то в какой-то день произошло не так, как обычно. And this one day something else happened, something different. Здесь мы прочитали с вами, повел овец он дальше, чем обычно. And this time he took the sheep further than usual. Вот повторите это слово вместо мной, дальше, чем обычно. Further than usual. Дальше, чем обычно. Further than usual. И в тот момент, когда он повел дальше, чем обычно, что-то с ним произошло. And this time, when he took it further than usual, something else happened. То есть, другими словами, он ходил вокруг там территории, где он пас. Он ходил на одной территории. So in other words, he was walking around in the same circle, same routine daily. И там впереди у него была какая-то финишная полоса. And there was a line, the visible line that he didn't see. И потом какой-то день он решил пойти дальше и переступил через эту финишную полосу. And then just unusual day, he decided to cross over that line. И когда он переступил через эту полосу, начался новый этап в его жизни. And once he's crossed that line, a new episode has started in his life. Видел он эту полосу или нет? Did he see that line? Нет. No. Но она была. But it was there. Она реально была там. It was really, really there. Никто ее не видел, но она была. Nobody saw it, but it was there. И когда он переступил, Бог заговорил. And when he crossed over the line, God started speaking to him. И я уверен, что он переступил эту полосу не просто так, потому что он шел, ну и потерялся. Ой, зашел далеко. He didn't just cross his line for no reason. Я уверен, что где-то внутри его он все это время он шел и кричал Богу: Бог, что происходит? Где ты? Я чувствую. This whole time he wasn't just walking around, he was crying out, God, where are you? Он, наверное, много молился. Я думаю, что он искал Бога. И вот в этом искании, борении, в какой-то момент он просто раз и переступил эту черту. Through all this whole time, he was crying out to God, he was praying, and he just crossed over the line. Знаете, я вспоминаю в своей жизни момент, когда я вот сказал подобно этому Моисею, я тоже ходил. И я помню, что в какой-то момент я просто бродил, я просто кричал, я просто искал, я вопиял к Богу, молился, столько молитв к Богу вознес. And I had a similar situation where I was walking around and crying out to God, and something happened. Помню, в какой-то момент я решаю, все, я пойду дальше, я что-то должен сделать другое, больше, чем я до этого делал. And at some point it came, I'm going further, I'm going deeper than usual. Я помню, я пошел на такой длительный пост, and I went on this long fast, который я раньше никогда в жизни не делал. That I have never done before. И после, во время этого поста ничего особенного не произошло. In the process of this fast, nothing really seriously happened. Я нигде не видел этой полосы. I haven't seen the finish line. Но в жизни что-то начало происходить по-другому. But something in life started happening. И пошло какое-то новое начало, новый старт в моей жизни. And there became a new start, a new beginning in my life. Я помню тот момент, когда я разговаривал с многими служителями, исповедовался, что я только не делал, беседовал с разными людьми, говорю, я чувствую, нужно вывести этих из Египта этих евреев, я чувствую. And I was going through the same process, just praying, crying out to God, talking to elders, repenting, doing all of this. И в какой-то момент Господь просто открыл новый период в моей жизни. And at one point, God just opened up a new way, a new life when I've crossed the line. Я думаю, что если бы Моисей не пошел дальше, чем обычно, как вы думаете, начался бы новый период у него в жизни или нет? And if Moses would not cross, if Moses would not go further, would he have a new episode in life? Наверное, нет. Probably not. Второй человек. Second person. Соломон. Solomon. Получил мудрость. He began wisdom. После этого в жизнь его и жизнь целого Израиля пришло
процветание, которого никогда до этого не было. And in the days of Solomon, of the wisdom of Solomon, it came a great, great blessing in life. До этого Израиль и Соломон, он не видел такого мощного процветания в своей жизни. In the times before that, through the time of Solomon, the country has never seen that kind of prosperity. И я думаю, где это была полоса в жизни Соломона? And where was the line of Solomon's life? Where was the line? И мы видим, что в Писании говорит, в третьем царстве написано о том, что эта полоса, она была в Гаваоне. И там написаны такие слова. «И пришел царь в Гаваон, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник. Тысячу всесожжений вознес Соломон на том жертвеннике. В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал, проси, что дать тебе». In the times of Solomon, when Solomon was bringing 1,000 sacrifices to God, and God told him, ask me for whatever. Хороший вопрос задал ему Бог. Проси, что ты хочешь. A good question God has asked him, ask for whatever you want. Мне очень нравится такой вопрос. I like this question. Я думаю, что вам тоже нравится. You guys should like this question. Представь, тебя Бог спрашивает, Сергей или Артем, или Андрей, проси, что ты хочешь. Imagine if God's asking Sergey, Artem, what do you want? Может ли Бог сегодня задать такой вопрос? Can God ask this question to you? Может или нет? Can God ask this question for you? Может. He can. Но Соломон обратил внимание Бога. И Бог задал ему этот вопрос. And Solomon looked at God. And God asked him this question. То есть, как вы думаете, если бы Соломон принес не 1,000 жертв, а 500 жертв? What if Solomon would not bring 1,000 sacrifices, but 500? Как вы думаете, Бог бы ему задал этот вопрос или нет? You guys think God would still ask him the same question? Мы не знаем. We don't know. Но мы знаем, что есть мера жертвы, которая пришла, и Бог сказал, слушай, этот что-то реально хочет. But there's a measure, and God really saw that He really, really wanted something. Вы знаете, что мы с вами спасены по жертве Иисуса Христа. You know that we are saved by the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Но все остальное в жизни мы получаем на основании той жертвы, которую мы с вами приносим в нашей повседневной жизни. But everything after that, every sacrifice we bring to the Lord, we receive as what we do. То есть спасение Бог нам дал даром. The salvation God has given us freely. Но после того он говорит, все остальное за него нужно заплатить цену. And everything after that, you got to earn it. You got to work for it. Вы знаете, Писание об этом очень много говорит. And the Bible really talks about a lot about that. И когда мы говорим о жертве, это не означает только финансы. And when we talk about sacrifice, it doesn't just talk about finances. Это не только финансы. It's not just finances. Бог говорил к Израилю и говорил, что все первое принадлежит мне. When God spoke to Israel, He says, "Everything that you have first belongs to me." Абсолютно все. Everything. Все, что у тебя есть от твоего сына, от твоего скота, абсолютно все первое принадлежит мне. God speaks to Israel, "Everything that you have, the best, belongs to me. That comes first." В Исход в 40 главе, первым стихом, Бог даже сказал, что и сказал Господь Моисей, говоря, в первый месяц. В первый день месяца поставь скинию собрания. Then the Lord spoke to Moses, saying, "On the first day of first month you shall set up tabernacle of the tent of meeting." То есть Бог хочет все самое первое с нашей с вами жизни. In other words, God wants everything first from us. Смотрите, мы начинаем год. Начинаем год, и мы начинаем год с чего? When we start a year, what do we start our year with? На основании Писания я верю в то, что Господь хочет, чтобы мы первое, что у нас есть в этом году, отдали Господу. And God wants us everything that we have first, we give it to God. Первая неделя нашей с вами жизни, чтобы мы отдали Ему, потому что Бог любит, когда люди Ему приносят первое. And God loves it when people bring Him the first special sacrifice. Когда мы Ему приносим первую неделю нашего года, когда мы Ему приносим первые слова нашего дня, Бог ценит это. When we bring a first week of fast into the year, God loves that. Когда мы приносим Богу все самое первое,
Мы просыпаемся, мы говорим: Господь, спасибо Тебе. When we bring God our first, our everything, in the morning when we wake up, we just glorify God. Первое время с Господом утром. The first time when you wake up, spending time with the Lord. Первый день недели мы отдаем Господу. And the first week of this year, we give it to God. Мы не отдаем поездкам, мы не отдаем Снежной горе, мы отдаем Господу. We don't give it to vacation and Mount Hood, we give it to God. Бог ценит это. And God loves that. Бог ценит, когда вот эти первые вещи мы отдаем. Когда Израиль начал завоевывать обетованную землю, первое, к чему он пришел, он завоевал Иерихон. And when Israel was in war, first they got they took Jeroboam. И когда они завоевали, Бог сказал: мне нужно все, что вы там завоевали. And God said, everything that you have conquered, I want the first of all of that. Не просто десятину. Not just tithes. Все, весь город, все золото, все то, что вы завоевали, отнесите это мне. All the gold, the jewelry, everything that's first there, bring it to me. Почему? Потому что вы будете завоевывать все остальное, и все остальное будет принадлежать вам. And everything else that you conquer, и если вы с моего первого завоевания отдадите, это будет говорить о вашей вере. And the first victory that you have won, when you give it to me, is gonna show your faith. Вы не будете надеяться вот на ту золотишко, которое вы принесли с первого вашей победы. It's just gonna be that first that you bring to me. Но вы, когда отдадите, вы, значит, скажете: Господь, я верю, что дальше мы завоюем еще больше. By giving God the first victory, you're showing your faith. И это укрепляет веру. And that increases your faith. Даже говоря о десятинах, десятина — это не самое последнее то, что у нас осталось из денег, мы отдаем Богу. Десятины, когда мы приносим, это есть первое от нашего дохода. А потом все остальные 90. And then the rest 90. Не сначала идут 90, а потом 10. Но если останется, мы Богу отдаем последнее, десятое. Not the 90, but bring the 10th. То есть хотелось бы, чтобы мы понимали, что все первое принадлежит Господу. We just want to understand that everything that's first in your life belongs to God. Первые наши слова: Господь, моя жизнь принадлежит Тебе. Our words are, my life belongs to you, God. Хотелось бы, чтобы вот эта неделя, которая перед нами, это неделя, которая может изменить весь этот год. The upcoming week that we have, it could change a whole year. Вы знаете, быть в комфорте – это всегда хорошо. Being in the comfort is always good. Но пост – это когда мы выходим из комфортной зоны. But a fast is when we come out of the comfort zone. И когда мы выходим из комфортной зоны, вот начинает что-то происходить. And when we come out of our comfort zone, something starts happening in life. Вот то же самое, что произошло с Соломоном. And same thing happened to Solomon. Он решил, что я раньше находился в комфорте. У меня... Я приносил там жертву по одному или по два там овечки каждый, когда нужно приносить. Before his main sacrifice, before that, he would just bring regular sacrifice, one or two goats. И после этого он сказал: нет, здесь что-то должно быть по-другому. And from there on out, he said, something has to be different here. И он просто решил выйти с того места, где он раньше был. And then from that, he just said, I'm going to do something different. И он вот сделал то, что он сделал. И интересно то, что в конце, когда он принес последние 1000 жертв, там написано, что он просто уснул. And after, it says in the Bible that after he brought 1000 sacrifices, he just fell asleep. Интересно, что я представляю Соломона, который просто тащит эти жертвы, он жертвует, он устал, и в конечном итоге без сил он просто падает и усыпает. And after just bringing those sacrifices continually, 1000 sacrifices, he was so tired, he fell asleep. И в тот момент к нему приходит Бог во сне и задает ему этот вопрос. And at that moment God comes to him and asks him this question. Вы знаете, пост – это всегда нелегкое время. Fast is never an easy time. Это время, которое ты приносишь жертву. It's a time of sacrifice. Вы знаете, у нас в Америке мы как-то привыкли к еде. And in this country, we kind of used to eating food. И мы, у нас все вокруг еды. Вот проследите, все наши встречи. Ну что, сядем за стол. And everything, all our meetings, everything's around food. Ну что, приходите, пообщаемся. И наше общение всегда за столом. And our gatherings always around the table. И мы садимся, мы кушаем.
потом опять мы кушаем, потом мы пьем чай. После чая мы опять начинаем кушать. And after we get together, we eat, and then we drink tea, and then we eat again. И мы вот в последнее время, вот наша культура какая-то, мы все у нас кушаем, пьем чай. Когда мы говорим о посте, у нас единственная мысль о посте. And then it's always about food, but when we think about fast, it's one thing, fast. О посте единственная мысль – это какой сделать пост на Фейсбуке. And then what kind of fast can I do on Facebook? И обычно мы делаем пост на Фейсбуке, сфотографировав свои столы. Вот наш пост на Фейсбуке. Я думаю, что это вот та комфортная зона, в которой мы все время ходим. Я верю в то, что нам нужно выходить из этого территории. Какую ты и я сегодня жертву сможем принести? So what kind of sacrifice you and me can bring to God? Хотим ли мы вот ходить опять до этой полосы, просто ходить вокруг нее? Do we want to walk right before the finish line? Или мы хотим просто сказать: Боже, начинается что-то новое. Я просто посвящаю себя и иду дальше. Or you're ready to say, Lord, I'm crossing this line. I want to seek you more. В Америке было время, когда было сверхъестественное движение Духа Божьего и пробуждение здесь. In this country, there were supernatural things happening. Revival was happening. Это было 100 лет и 200 лет назад. It was 100, 200 years ago. Что было в то время? В то время люди собирались для особого времени и поста в церковь. And people would gather in a specific place and they would fast and pray. Они разбивали палатки или палаточные такие лагеря вокруг церкви. И целую неделю просто там находились и говорили: Господи, мы не уйдем, пока Ты не посетишь нас так, как в день Пятидесятницы. And they would come and gather and they would set up camp around the church and they would see God for weeks. Я читал недавно «Божьих генералов» книга, и вот Олар Робертс один из тех, кого Бог поднял именно вот те моменты. And reading one of the books, the generals, Roberts, one of the ministers. Он сказал, и в то время люди, когда они молились, они сказали: Господи, мы не уйдем, пока Ты не пошлешь огонь Святого Духа, точно так, как было в день Пятидесятницы. And their prayer to God was, we are not leaving until you send supernatural, like the days of apostles, days of Acts. И Бог их посещал, Бог формировал из молодых людей, простых людей, Бог поднял мощных служителей, которых, может быть, мир последние несколько сотен лет не видел. And God would make out of those ordinary people, He would do something extraordinary, something special with those ministers. Я верю в то, что вот эти 5 дней молитвы, все зависит от того, как ты и я далеко готов идти. And it's up to you how far you want to go with the Lord, how far you want to see God. Я верю в то, что Бог некоторым молодым людям начнет работать с ними. Они пересекут эту полосу, и как молодой Соломон, они могут получить мудрость. Как Орел Робертс, помазание, как многие другие люди, которые пересекли полосу. Бог может что-то начать новое делать в жизни их. And just like all those ministers that crossed that line, that said, we're going further, received a supernatural blessing in their life. Хотелось бы, чтобы мы поставили цель и могли даже найти человека, с кем я поделюсь, как я буду поститься. And you just if you can find a partner there, who you're going to fast with, how you guys going to do this. Ну, например, скажи твоему близкому человеку, как ты будешь поститься. Tell your close person, your friend, how you're going to fast. Не сейчас, как бы. Not right now, later. Например, сегодня вечером. Like tonight. Чтобы было accountability такое. So you have accountability. Пост такой, типа: Господи, я на 5 дней от Фейсбука буду поститься. Это не пост. If you're saying, well, I'm going to fast away from Facebook for 5 days, it's not a fast. Okay. Или кто-то скажет: ну хорошо, 5 дней я не буду кушать мясо. Or somebody say, for 5 days, I'm not going to eat meat. Я думаю, что 5 дней легко без мяса выдержать. I think it's pretty easy to go 5 days without meat. Понимаете, да? То есть, какую жертву ты принесешь? So what kind of sacrifice you bring to the Lord? От этого будет зависеть, какую мы черту переступим. And now we'll consider what kind of line you're going to be crossing into future.
И своему как бы партнеру или с кем ты будешь, супругу, скажи, вот я, например, планирую 5 дней вот так вот так поститься, или 3 дня вот так поститься. Tell your accountability, your friend, how you're going to fast, this is how I'm going to fast. Прежде, нежели я продолжу последнюю мысль в этой проповеди, я бы хотел помолиться вместе с тобой. Так как Соломон приносил много жертв, в конечном итоге он упал в бессилие и уснул, и Господь ему явился и ответил на его нужду. Я хочу помолиться прямо сейчас вместе с тобой о твоих нуждах. Какая бы у тебя ни была нужда, может быть, ты как Соломон просишь: Господи, дай мне мудрости, Господи, так нужно мудрости. Я верю в то, что сейчас, прямо сейчас, время этой молитвы, Господь может услышать тебя и явить тебе милость и дать мудрость. Может быть, ты молишься о своей семье. Может быть, ты молишься о финансах, о работе. Я верю в то, что Господь сейчас может услышать тебя. Или же у тебя что-то болит в организме. Может быть, ты болен. Я верю в то, что Бог услышит любую молитву прямо сейчас. Давай вот в простоте, как есть. Просто скажем: Господь, ты однажды услышал Соломона. Ты однажды услышал многих. Ты слышал тебя, меня Бог слышал много раз. Господь, и сейчас услышь нашу молитву. С верой подойди к Господу. Если что-то болит, положи руку на больное место. И я верю в то, что Господь сейчас прикоснется к тебе. И вот в такой простой молитве, вот там, где ты находишься, вместе со мной здесь, Господь явит тебе милость. Он отвечал. И мы имеем свидетельство, когда Бог исцелял вот в таком формате, как сейчас. Нам люди присылают свидетельство, что Господь меня исцелил, когда вы молились в эфире во время служения. Вот так, как сейчас. Поэтому Господь действует. Он реально близок к тебе. Я думаю, ты его даже чувствуешь прямо сейчас. Божья милость, Божье прикосновение, оно прикасается к тебе. Сам Господь прикасается к тебе. Давай помолимся. Отец, я молю тебя за каждого моего друга, который смотрит прямо сейчас. Господи, ты знаешь, что происходит в жизни его. Господи, может быть, он молится об исцелении. Отец, прямо сейчас мы уповаем на Твою милость. Господи, в ранах Твоих есть исцеление. Положи пронзенную Твою руку на друга моего прямо сейчас, на сестру мою прямо сейчас. И да придет исцеление в ее организм. Господи Боже, мы принимаем Твое исцеление в жертвы, в Голгофе, в ранах Твоих. Господи, да будет явлено сейчас милость Твоя. Господи, молю Тебя за каждого человека, кто молится о своих финансах. Ты тот, который открываешь небеса, открываешь двери. Господи, тот, который посылаешь дождь. Прошу Тебя, услышь молитву моего брата или сестры. И яви милость, Господь Божий. Пусть откроются двери и придет от Тебя финансовая милость, устройство и благополучие. Господи, пошли развитие, дай работу. Господи, дай милость Твою в жизни моего друга. Прошу Тебя. Господь, кто молится о своих семьях, пошли мир Твой святой, пошли устройство. О детях, кто молится, Господь, яви милость Твою. Пусть эти дети, они найдут Тебя. Ты их сам привлечешь Твоей благодатью и Твоей любовью. Господь, я молю Тебя о каждой нужде, может быть, невысказанной нужде, но ты знаешь, Господь, о чем молится прямо сейчас. Каждый, кто смотрит, Господь, яви им милость, яви ему милость. И да будет услышана эта молитва. Господь, как однажды Ты услышал Соломона, меня, многих, Господи, исцелял, являл милость. Да будет услышана эта молитва, и да придет ответ. Потому что Ты живой Бог. Благодарим Тебя за это. Спасибо Тебе за то, что Ты живой, отвечающий Бог. Слава Тебе. Аминь. Аллилуйя.
Я верю в то, что Бог услышал эту молитву. Веришь ли ты? Я знаю, что ты веришь. Поэтому, продолжая мою проповедь, последнюю мысль, которую я хочу поделиться об Иове. Открывая Писание, продолжаем проповедь. Третий человек в Библии. The third person in the Bible. Иов. Job. В его жизни тоже была невидимая черта. And he had an invisible line in his life. В течение года он потерял все. In one year he lost everything. Но в какой-то момент он сидел просто, посыпал пепел, смирялся пред Богом и говорил: «Господь, я не знаю, что происходит, но я в любом случае доверяю Тебе». And he had a tough, rough time where he was just sitting and seeking God, putting ash on his head and seeking God, asking him, no matter what, I'm going with you. Он сидел, посыпал пепел, тер себя черепицей. Ему было больно, ему было плохо. He was in pain, he was in sorrow, he was putting ash on himself, seeking God. Но в невидимом мире он двигался к своей финишной линии. But in a spiritual realm, he was moving towards his finish line. И когда он подошел к этой финишной линии, Бог смотрел на него и сказал: «Все, Иов, достаточно». And through his process, as he was heading to the finish line, God said, «Okay, this is where you cross». И он сказал, что «Все, теперь начинается новое время в твоей жизни». And from here on out, something new is going to start in your life. И в тот момент Бог сказал: «Теперь я тебя благословлю так, как я раньше тебя не благословлял». And at that moment, God said, «I will bless you like I have never blessed you before». И в тот момент Бог ему дал больше, чем когда-либо до этого он имел. And God gave him more than he has ever given him and blessed him even more than before. Знаете, когда я думаю об этом, я вижу вот что. And when I'm preaching about this, I'm thinking, I'm seeing more. Есть такая вещь, как мера веры. There's this thing called measure of faith. Есть в Библии чаша молитв, которая наполняется. And there's a cup of prayers that are being filled. И последняя капля. And the last drop. И приходит ответ на молитву. And comes an answer to your prayer. Есть невидимая финишная полоса. There is an invisible finish line. Есть мера благодати. There is a measure of blessings. Есть предел испытания. There's a stop to everything. И есть полнота времени. And there's a fullness of time. Это все говорит о каких-то невидимых вещах. And it all talks about something invisible. И когда ты приходишь к этому состоянию, когда пришла полнота времени. And when you come to the time, when it comes to the fullness of time. Господь, Бог послал Сына Своего Иисуса Христа. And then God sends Jesus, His Son. Когда последняя капля падает в твою чашу молитв, приходит ответ. When the last drop falls into your cup of prayer, there's an answer. Когда Бог являет меру веры тебе, в твою жизнь приходит какая-то вера, которую ты сам не знаешь откуда, которая готова двигать горы. And when you're full of faith, when that measure is full of faith, you can do great things, move mountains. Если бы Моисей не зашел так далеко, if Moses would not cross that line, if he would not finish that line, он бы не увидел горящий куст. He would not see the burning bush. Он бы так и умер, не исполнив призвание, которое Бог вложил в него. He would not fulfill his calling that God has prepared for him. Как далеко сегодня я и ты готовы идти? How far are we willing to go? Если бы Соломон не принес все тысячу жертв, if Solomon would not bring thousand sacrifices, так бы он не получил мудрость и благословение процветания в своей жизни. And he would not receive wisdom and prosperity for his country. Хотя оно было уже приготовлено для него. But it was already prepped and ready for him. Сколько сегодня ты и я сможешь пожертвовать в своей жизни?
How much are you willing to sacrifice of your life to God? Если бы Иов не выдержал испытания, if Job would not withhold his rough times, и начал говорить Богу что-то плохое, and he would start saying bad things to God, он бы всю оставшуюся жизнь так и провел бы больным и в такой нищете. And the rest of his time of life he would spend in sorrows. Но из-за того, что он выдержал это испытание, и Бог сказал: «Довольно!» But he stood fast in his trials. И Бог тогда явил ему милость. And God poured out his blessings on him. В жизни одного царя израильского по имени Иоас было интересное событие. There's one king in the Bible, Eos. Он пришел к Елисею и говорит: «Елисей, помолись за меня так, чтобы я победил войну». He came to Elijah and said, pray for me so that I may defeat and conquer. И Елисей ему говорит: хорошо. Начал молиться и потом сказал ему в ответ пророческое слово. And Elijah started praying for him and gave him a prophetic word. И он сказал: это стрела избавления, и ты поразишь врага. This arrow that you have, you will conquer your enemy. Бог ему сказал: все, теперь ты поразишь. And God told him that you will defeat and conquer. Ты победишь врага. You will defeat the enemy. Мое слово сказано для тебя. My word is said for you. Я тебе даю пророчество, ты победишь врага. I gave you a prophetic word that you will defeat and conquer. Теперь бери Иов и становись и бей стрелой по земле. Иос, grab your arrow and hit the ground. Этот царь, он встал на колени. And this, взял стрелы, and this king took the arrow, и начал бить по земле. Started hitting the ground. И он раз ударил. Hits once. Второй раз ударил. Hits twice. Третий раз ударил. Hits three times. Посмотрел на пророка. And he looked at the prophet. И положил стрелу. And he put the arrow down. В тот момент пророк сказал: ты зачем остановился? And prophet told him, why'd you stop? Если бы ты не остановился, ты бы победил полностью, как я сказал. And if you wouldn't have stopped, you would have fully defeated the enemy. А так ты его победишь всего лишь три раза. But you will only defeat him three times. Ты выиграешь только три битвы, но only, не победишь его полностью. You will only win three. И написано, что пророк разгневался. Зачем? Я ж только что произнес слово, которое могло стать плотью. And the prophet was very angry in wrath, saying, I gave you a prophetic word. Но только потому, что не хватило у тебя силы, воли, дерзновения бить долго до конца. И он ему говорит. But because you didn't want to hold out to the end of your fight, you gave up. И он говорит, если бы ты ударил хотя бы пять раз, if you would at least hit five times, ты бы полностью уничтожил. You would have fully defeated and conquered. Пять раз. Five times. Всего лишь три раза. He only hit three times. Пять дней. Five days. Три дня. Three days. Это Библия. That's the Bible. Это то, что Бог ко мне говорил. That was God was speaking to me. Поэтому я сказал пять. That's why I said five. Пять. Five. Знаете, мы пришли к чему-то особенному. We've come to something special. Сейчас какой-то особенный момент, присутствие Господне с нами. There's a special moment, the presence of God is with us. Книга Откровения. The book of Revelations. Когда Бог что-то начинал делать на земле. When God started doing something in the book of Revelations. Там участвовали ангелы, и вот что они делали. And there was angels, and this is what they were doing. Прежде нежели открывалась новая эра, новый этап в жизни людей или земли, вот что происходит на небе. Right before a new episode of life, this is what would happen. Послушайте внимательно. Please listen. Что я вижу, что происходит сейчас. This is what I see that's happening. Написано в Откровении, что ангелы приготовились трубить.
the angels are ready to sound a trumpet. И когда ангелы протрубили, when the angels sounded through the trumpet, снималась печать. And a seal would come off. И печать символизировала открытие новой страницы, нового этапа в книге жизни. And the seal would symbolize a new episode, a new chapter. И когда снималась эта печать новая, when the seal would come off, другой ангел приходил с чашей. And then a new angel would come with the cup. И выливал Божью волю. And he would pour out God's calling, God's will. На людей. On to the people. Было ли это гневом Божьим? Was it the wrath of God? Или благословением Божьим? Or the blessings? Смотрите, что происходит сейчас. See, look what's happening. Я вижу в духовном мире, ангелы приготовились трубить. I see in the spiritual realm that angels are ready to sound the trumpet. В твоей и моей жизни. In your life and my life. И в жизни нашей церкви. In the life of our church. Приготовились трубить. И я верю в то, что сейчас, во время этого поста, Господь скажет другому ангелу, открой печать, потому что начинается новый этап в жизни этой церкви. And through this fast, angel will open up a new seal and pour out. И другой ангел принесет чашу с Божьей волей и выльет на твою и мою жизнь. And God will pour out his blessings onto this life and into your life. Но это происходит там. That's happening in the spiritual realm. А то, что происходит здесь, what's happening here? Это тогда, когда ты и я говоришь, Господь, я хочу пойти дальше, чем обычно. And you're saying, God, I'm ready to receive, I'm ready to go further. Господи, я готов идти на большую жертву. God, I'm ready to go further and to sacrifice. Господь, я нуждаюсь в Тебе больше. I need you even more. Я смиряюсь пред Тобою больше. I humble myself in front of you. Господи, потому что Ты есть все в моей жизни. Because you are my everything. И весь этот год я посвящаю только Тебе. And this whole year I dedicate to you. И в этом году, Господь, каждый день будет принадлежать Тебе. And from here on out, each day belongs to you. Открой небеса. Open your heavens. Вылей с чаш благословения в судьбу мою, моих детей. Pour out your cup of blessings and love for my and my family. Только от Тебя есть благословение. Only from you comes blessings. Если Ты откроешь двери, if you open the door, никто не закроет. Nobody will close. Если Ты откроешь окна небесные, if you open the windows, оттуда придет дождь милости и благословения. And from there will come a rain of mercy and grace. Вот это слово я получил для нас сегодня. This is the word that I have received. Слава Богу! Я надеюсь, что тебя Господь к чему-то подталкивал. Я надеюсь, что ты слышал какой-то вызов, какой-то, может быть, толчок. И я верю в то, что этот толчок был правильный и от Господа, и от Духа Святого. Мы служителями церкви «Новое начало», я лично, и вся наша церковь, мы решили начать этот год с поста. С поста, пятидневного поста. Сейчас мы уже на четвертом дне этого поста, и я верю и знаю, что Господь, Он что-то делает в духовном мире для нас. Тебе хочу сказать, начни этот год, найди неделю поста, выйди из той комфортной зоны, может быть, в которой ты все время был. И приблизься к Господу. Пусть это время будет временем поиска Господа, приближения, смирения перед Господом. И я верю, что ты заложишь фундамент всей остальной, каждого месяца в этом году для тебя и всего этого года. Поэтому пусть тебя Бог благословит. Сделай что-то такое, что ты не делал раньше. И ты увидишь другие результаты в своей жизни. Сейчас хочу просто помолиться за тебя. Помолиться и благословить тебя на этот год. То, к чему тебя Господь располагал сейчас во время этой проповеди. Пусть Господь тебе поможет это исполнить. Аминь. Давай помолимся. Вот так, как ты есть, где ты находишься там, в своей квартире, в своем доме, у компьютера, у телефона. Просто закрой глаза, вместе со мной давай помолимся. Отец Небесный, молю тебя за каждого зрителя, каждого человека, который сейчас
вместе со мной молится. Господи, прошу Тебя особенным образом, благослови весь этот год для него. Пусть 2015 год будет годом перемен. Пусть 2015 год будет годом благословений, особых Твоих милостей и особых Твоих благословений в жизни моего друга, который сейчас вместе со мной молится. Прошу Тебя, Господь, Боже, то, что Ты положил ему на сердце, пост или какое-то особое посвящение в течение нескольких дней, помоги ему, дай ему силу, дай ему, Господи Боже, Твою власть, Господи, и мудрость Твою пройти эти дни. Господи, говори к нему во время этих дней. Я верю и знаю, что Ты будешь вместе с ним. Слава Тебе, Господь. Боже, пусть особая Твоя милость будет в течение всего этого года. Благослови его работу, благослови его, Господи, семью. Все то, в чем он нуждается, финансы, Господь. Боже, со здоровьем, если он нуждается, исцеление, Господь. Я прошу Тебя, пусть во время этого поста Ты явишь Твою милость, и придет исцеление в его жизнь. Я верю в то, что Ты всемогущий. Ты можешь делать несравненно больше, о чем мы сегодня помышляем. Господь, пусть мир Твой святой, особая Твоя милость и особая Твоя благодать будут с каждым моим другом. Господь, во имя Иисуса Христа я благословляю его и призываю Твою защиту, милость и охрану в его жизнь. Слава Тебе, наш вечный Бог, Отец, Дух Святой. Аминь. Аллилуйя! Я надеюсь, Ты молился этой молитвой вместе со мной. Я верю, что эта молитва, она услышана на небесах. Поэтому все, что в твоей жизни Ты положил себе на сердце исполнить в течение этой недели, месяца, пусть тебя Бог благословит. Присоединяйся к нам каждые выходные. Я хочу вместе с тобой делиться, расти, возрастать вместе. Я верю в то, что Господь в течение этого года, Он будет благословлять тебя через это служение, через наше онлайн общение друг с другом. Поэтому, если у тебя есть какие-то нужды, вопросы, все, что у тебя есть, пишите нам. Мы открыты, у нас есть служители. Я сам готов вместе с вами общаться, в чем нужно помогать. И если нужна какая-то молитвенная поддержка, мы готовы вместе с вами молиться. Поэтому пусть Бог тебя обильно благословит и поможет тебе в этом году. Аминь. Пусть тебя Бог благословит. Имей счастливый год 2015 в своей жизни.